А в Красноярском крае сегодня сняли часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Такое решение принял губернатор Александр Ус на основании данных Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Специалисты ведомства проанализировали ситуацию в регионе за последние 8 дней и пришли к выводу, что край готов перейти к первому этапу послабления ограничений. Приступить к работе могут химчистки, прачечные, ателье, станции по техническому обслуживанию автомобилей. Откроют магазины, где продают непродовольственные товары, но при соблюдении определенных условий. Должен быть отдельный вход, а площадь торгового зала не может превышать 400 квадратных метров. Меняются и правила прилета в Красноярск пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга. Им больше не нужно уходить на двухнедельный карантин. Кроме того, с сегодняшнего дня красноярцам не нужно оформлять цифровые пропуска. Остальные ограничения остаются в силе. Применительно к другим ограничениям, таким как масочный режим, как необходимо социальное дистанцирование, все остается в силе. Я очень надеюсь, я верю, что за счет самодисциплины, самоорганизованности нам в ближайшем будущем удастся сделать новые шаги для того, чтобы жизнь вернулась в обычное русло.